Так, Юпитер, опять трясет от ветра, дубль 2, 27 июля 2021 год. К своему стыду я так торопился снять первые дубли, что забыл проверить настройки светочувствительности, поэтому качество первой съемки было даже хуже, чем это, бывает и так. Ох, ну от ветра я никуда не денусь. Шестьсот 13 миллионов километров до Юпитера. 4:57 по Киеву в Харькове. Уже совершенно светло, а сейчас резкость. Ну вот это, наверное, лучшее, что есть. Ну, на стоп-кадре можно будет. Штрих-код экваториальных полос может быть и увидеть. А сейчас пошли посмотрим на Луну. Она рядышком. Вот она наша лопатулечка. Вот так уже светло. Очень красиво. Смотри, какой я в прошлом дубле кратер обнаружил. Ну, в смысле кратер. Освещение какое интересное. Падает ракурс, получается. Да, ребят, поеду я сейчас куда-то в Затышек. Потому что на таком ветру снимать, конечно, это издевательство. Если найду, конечно. Этот самый Затышек. Красота. Ничего страшного. Двадцать 27 июля 2029 год, Харьков. 4:59 по Киеву.